В здании филиала Кубанского государственного университета в Славянске на Кубани состоялось очередное заседание молодежного политического клуба «Мы – это будущее». Прошло оно в формате круглого стола «Хочу быть депутатом». Именно так называлось тематическое заседание клуба, и это не случайно. В этом году в единый день голосования, это второе воскресенье сентября, будут избраны 5 глав сельских поселений Славянского района, а также депутаты советов городского и сельских поселений. Студенты пригласили на встречу председателя территориальной избирательной комиссии Славянская Анатолия Чумакова, председателя Совета молодых депутатов Ольгу Фоменко и местных парламентариев. Гости рассказали членам клуба, каким образом по закону можно осуществлять местное самоуправление, о процедуре выдвижения кандидатуры в органы самоуправления. Привели примеры оформления документов. Также поделились интересными и поучительными примерами из своей практики и ответили на самые разные вопросы, из чего складывается депутатская деятельность, как обучаться в нашем районе молодых депутатов, какими качествами должен обладать народный избранник. Была цель ознакомить молодежь с тем, как организуются выборы, чем занимается избирательная комиссия, территориальная избирательная комиссия, и как можно стать молодым депутатом. Ну и основная задача территориальной избирательной комиссии – это работа с подрастающим поколением, это правовое воспитание, рассказывать о том, что есть избирательное право, как оно осуществляется и кто может принимать участие во всех мероприятиях, проводимых непосредственно у нас в районе, в крае и в целом по России. Как подчеркнул Анатолий Чумаков, важно постоянно повышать уровень правовой и политической культуры молодежи, чтобы они были готовы развивать гражданское общество в России, чтобы каждому пришло понимание, что через депутатскую деятельность можно стать соучастниками развития всей страны, улучшить жизнь каждого ее жителя и, главное, реализовать себя.